Здравствуйте, это программа «Открытый диалог», которую мы сегодня начинаем совершенно нетрадиционно, потому что здесь у нас в студии практически находится настоящий музыкальный коллектив, который называется «Джаз-ансамбль Чипсы». И сразу же представлю вам его участников. Правда, программа необычная, мы, что называется, практически живьем здесь все настроили, но, согласитесь, музыка, когда звучит живьем, это совсем все по-другому. Итак, в студии у нас Галина Арсеньевна Савченко, преподаватель детской школы искусств номер 4 по классу фортепиано городского округа Люберцы. Здравствуйте, Галина Арсеньевна. Здравствуйте. И руководитель, собственно говоря, этого замечательного джаз-коллектива, джаз-ансамбля, или, как раньше говорили, не при детях будет сказано, джаз-банды, да? А как же? Рядом с Галиной Арсеньевной пока сидит музыкант, который еще не показал свои способности, но зато он будет пока отвечать на вопросы за своих коллег. Михаил Фрислер, ученик 7 класса ДШИ номер 4. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Так, вот вам нужно говорить. Ну и пока наши участники, которые находятся в концертной части нашей сегодняшней беседы, это Николай Дмитриевич Баранников, преподаватель класса ударных инструментов, Серафима Голикова, ученица 6 класса ДШИ номер 4, и еще один Михаил, Михаил Попов, ученик 6 класса, тоже детская школа искусств номер 4. Мы с Николаем Дмитриевичем еще пообщаемся, и с ребятами тоже, и еще обязательно будут на нашем сегодняшнем интервью музыкальные фрагменты, но пока вопрос, Галина Арсеньевна, да? Я так понимаю, что сначала школа, потом появился джаз-коллектив. Как это все происходило? Происходило от желания сделать что-то необычное, очень заинтересованное, чтобы заинтересовало детей, и чтобы они летели в школу на крыльях. Ну, чтобы как по-настоящему было. Прямо группа, как говорится, группа, абсолютно, коллектив. Несколько групп. Даже в разных групп. Составах, ага. В разных вариантах, в разных составах инструментов, с ударными инструментами, с флейтой, с пианиками, чисто фортепианные дуэты. На все случаи жизни. А как же? На все случаи жизни. Для всех людей. Сейчас у нас первая часть такая джазовая будет, да? Да. А закончим, это вам тайну сразу выдаю, закончим мы классикой. Ну, как положено. Да. Да? Чем хороша джазовая импровизация? Немножко поимпровизировали, а потом вышли и завершили на классической точке. Михаил, вот вы и ваши коллеги, которые здесь присутствуют, тем более, что вы уже ученик 7 класса, вы уже практически на выдане, да? Вы у нас по какому классу? По классу фортепиано или? Да. Да. Кто привел? Мама заставила или как? Ну, я просто ходила сначала на самбо, на спорт разный. Вот видите, как самбо и рояль, да, в кустах потом. Понял, что это немножко не мое, и вот, ну, бабушку, маму привели в музыкальную школу, и мне здесь очень понравилось. То есть вам захотелось? То есть не было такого, что вы отбивались, говорили, не хочу, не хочу и так далее? Нет, мне захотелось. А как же там эти все сольфеджио, эти все рассказы? Дело в том, что я, чтобы вы понимали, никогда в музыкальной школе не учился, я так напеваю просто, вот, и играю немножко на гитаре. И всю жизнь, кстати, как, наверное, любой человек, мечтал, да, научиться хоть что-нибудь на пианино хотя бы играть, я уже не говорю про рояль. Вот, вы быстро начали работать-то пальцами? Ну... Сколько нужно времени, чтобы научиться играть хотя бы, я не знаю, там, собачий вальс, уж извините за такую нескромную историю? 10 минут. 10 минут? Ну, конечно. 10 минут. Но собачий вальс. Приходите, значит, приходите, приходите учиться, да, приходите учиться, да, в 20-й класс, да, какой-нибудь уже. Ну, а если серьезно, Миш, как быстро пошло дело-то? Ну, не быстро, но я на подготовительный сначала ходил. Ну, и потом все
пошло, все хорошо. Понятно. Вот у меня такой вопрос. Программа, вот вы говорите, что было интересно. Понятно, что коллектив – это такая дополнительная, да, форма, когда ребята, одно дело, каждый сидит, себе играет. Молодец, хорошо сыграл. Переходим к следующему произведению. Ну, я так это вижу. Да? А другое дело, когда, мало того, еще в коллективе, еще пришли на телевидение, устроили нам здесь концертную студию, вот, как раньше было когда-то, Останкино, помните, концертная студия? И это все живьем играете и так далее. И важно же, что если предположить себе, что ребята, кто-то станет действительно музыкантом, это же очень сложно. Я часто бываю просто на концертах, да, особенно когда глобально где-нибудь там в Вене, как выстроят все, что есть. И каждый должен слышать, каждый должен понимать. Что важно прежде всего, чтобы воспитать человека вот, музыкально образованного? Что вы вкладываете в это? Я в это вкладываю в первую очередь трудолюбие. Потом большая работа над репертуаром. Репертуар должен быть детям интересен, он должен их цеплять глубоко так, чтобы, когда раздаешь программу, человек начинает трясти от счастья, наконец я это буду играть. Ага. Глаза горят, а вот и уж... работа идет в 5 раз быстрее. А сложная или известная, скажем так? И так, возможно. Самое главное, на это уходит очень много времени. У меня практически все летние каникулы. Перерывается тонна литературы в интернете, живой и так далее, чтобы каждому найти то, что его заинтересует. Ну, я так понимаю, что там еще важна какая-то моторика, и, если как бы разные варианты сыграть так-то, так-то, так-то. Ну, это я так технологически понимаю. Для этого существуют основные уроки по фортепиано, а это у нас дополнительный предмет – ансамбль. И мы вот за эти 40 минут пытаемся сделать невозможное. Сейчас мы как раз об ансамбле поговорим, да. А уже о самой школе, кстати, тоже во второй части Николай Дмитриевич от барабанов плавно перейдет к нам сюда, наверх, расскажет, как работает школа, как туда, может быть, поступить, потому что вот реальные люди уже... Когда выпуск школы, после какого класса выпускается? Сейчас предпрофессиональной программы восьмилетка. Восьмилетка. То есть, видите, вот у нас Михаил уже скоро будет профессиональным музыкантом практически. Кстати, будете продолжать дальше-то? Или так вот после 8 класса и останется в памяти? Думаю, буду продолжать. Да? Это же красиво. Представьте, вы как сядете, как сыграете, если еще и хорошо сыграть, да, когда музыкальный слух есть. Я всем музыкальным людям задаю вопрос. Да. Вот и вам хочу, Галина Арсеньевна, задать. Говорят, что в принципе слух есть у всех, только не каждый может им пользоваться. Это так? Слух развивается. Развивается у любого человека. Поэтому... А как развивается? Надо все время что-то слушать или петь, напевать? Должна быть координация слуха и голоса. И это постепенными занятиями все это развивается. Комплексом предметов. И сольфеджио, и хор, и фортепиано, или любой другой предмет. А, то есть хор тоже полезная штука и для музыканта, и для... Даже если человек не очень умеет петь, его можно как-то технологически научить этому. Да, выравнивается интонация обязательно. А, например, другой путь. Если человек думает, что он умеет петь, и, в принципе, он неплохо поет, его же быстрее можно, как назвать, поставить голос, да? И под инструмент. Я почему сравниваю? Потому что когда просто поешь, без всего, под минус, как у нас говорят, и поешь себе, лишь бы попасть в тактовый барабан, как в армии, когда на парад идешь, там под ногу, чтобы попадал барабан. А другое дело, когда надо слышать еще музыку. То есть, к чему я веду? Наверное, общеобразовательный такой музыкальный человек, он должен на чем-то обязательно играть. Желательно. Хотя у нас есть хорошее, развитое хоровое отделение, но там все равно есть предмет общее фортепиано. Без инструмента все-таки никуда. Давайте теперь поговорим об ансамбле. Михаил, вы когда узнали об ансамбле, вам как, предложили или вы сами туда пробивались как-то? Коллектив «Чипсы». У нас немножечко, можно я поправлю? Да, у нас коллектив «Чипсы», конкретно вот эти вот люди. Вот дуэт, который у нас находится в оркестровой яме. В оркестровой яме. Да. Он бывает дуэтом, бывает трио, бывает по-разному. Михаил играл в другом коллективе, который назывался «Crazy Friends». Тоже был хороший коллектив, прошел много конкурсов. А сейчас он играет сольно, и тоже в достаточно необычном ансамбле все увидите. Понятно. Это у нас во второй части будет. Во второй части Михаил покажет уже свои музыкальные возможности. Давайте об ансамблевости поговорим. Почему решили ансамбль? Вернемся к этому вопросу. Учились бы так дети. И что мучаться-то? Это гораздо интереснее. Так. Это детей абсолютно захватывает. Это очень мотивирует на исполнение новой музыки, на слышание новых тембров, на локоть друга.
Ты знаешь, что ты играешь, ты не можешь подвести. Ты не можешь подвести товарища. Это прекрасно. И потом интересно звучит. Это уже почти оркестр. Это небольшой оркестр. А сколько программа может идти по времени? Какая? Ансамблевая. Готовые номера? Да, вы концерт же можете сыграть там 40 минут, 20 минут, 30 минут? У нас готово, наверное, минут на 30. Разными составами. Уже, да, конечно. Разными составами. Да, конечно. То есть у вас такая солянка, говоря таким языком. То есть меняются музыканты, и получается хорошая история. Хорошая. Сейчас мы начинаем готовиться к следующему номеру нашего финала. У нас, как положено, в первом отделении нашего концерта прозвучит еще одно джазовое произведение. Но прежде чем оно прозвучит, у меня такой вопрос к вам. Вы как-то специально ребятам предлагаете, давайте так говорить, наверное, что-то лучше успевает, с кем-то на кого-то больше сил уходит. Вы как-то предлагаете им в ансамбле поучаствовать? В ансамбле предлагаю, пробую в начальных классах, смотрю, у кого идет, мы продолжаем в этом направлении работать. И к старшим классам остаются те, у кого это уже становится, смыслом жизни, но душевной потребностью. Сколько ансамблей, в принципе, существует? Или, опять же, они у вас как-то там коррелируются? Я так понимаю, джазовое направление, классическое направление, да? Сейчас, наверное, штуки 3-4. Штуки 3. То есть, фактически, это такой новый способ привлечения внимания ребят, которые учатся. Да. То есть, это как бы монообучение, которое должно быть, и уже коллективное, командное. Да. Михаил, прежде чем мы услышим, как замечательно сейчас сыграют свое произведение Серафима Голикова, который сейчас одна остается у... Могу я сказать рояля, чтобы красиво было? Да? И Николай Дмитриевич тоже уже готовится. У меня такой вопрос. Вот сейчас смотрит какой-нибудь молодой совсем паренек или девочка, который еще ищет себя. Что бы вы посоветовали? Зачем нужно идти в школу искусств, если у них хотя бы какое-то есть желание? Что вам дает школа искусств? Радость. Я всегда иду в музыкальную школу с радостью, что буду вот сейчас играть не то, что мне нравится, а не то, что мне не нравится. А то, что положено, да. Да. Но ведь иногда надо играть и то, что не нравится. Играем. Мы такое не играем. Какое самое сложное произведение было? Не помните, нет? Я сейчас его еще не выучил. Не выучил? Какое? Summer Time. Как только вы учите, приходите к нам. Мы завершаем первую часть. Сейчас что прозвучит у нас, Галина Васильевна? Джазовая обработка знаменитого произведения Римского-Корсакова «Полет шмеля» Джек Фина «Бамблбуги». Поехали! Первую часть, очень интересный вариант, да, композиции. Делаем небольшую паузу и дождитесь второй части. Там тоже будет и музыка, и разговор. Thank you.
Ну что ж, программа «Открытый диалог» продолжается. И вот вы увидели уже Михаила Фрислера, который в первой части у нас находился в качестве говорящей головы, как говорят у нас на телевидении. Сейчас он уже работал в качестве музыканта. Что это была за композиция, Николай Дмитриевич? Это джазовый микс из двух произведений – «Коллизи» и «Take Five». Аранжировка Дюка. Ага, вот так. Ну, слушай, вот слышится, что там какая-то такая джазовая так, гармония и так далее. Ну вот теперь еще раз напомню, кто у нас сегодня присутствует в нашей необычной музыкальной студии. У нас как бы здесь сцена, подиум. Мы тут сверху что-то обсуждаем. А внизу, в такой импровизированной оркестровой яме, сейчас сюда переместилась Галина Арсеньевна Савченко, преподаватель детской школы искусств номер 4, городского округа Люберцы, и все представленные гости представляет этот коллектив. Она преподаватель по классу фортепиано. Рядом с ней находится Михаил Попов, ученик 6 класса школы, который, кстати, я так понимаю, на двух уже инструментах играет. Такой уже, то есть там, глядишь, третий, четвертый пойдет. Человек-оркестр будет. Также я хочу представить еще раз Михаил Фрислер, который вот играл только что для вас. Ну, а здесь у нас уже наверху находится Серафима Голикова, ученица 6 класса, которая в первой части тоже принимала участие, играла вместе с Михаилом Поповым. Ну и, наконец, Николай Дмитриевич Баранников, преподаватель класса ударных инструментов. Николай Дмитриевич, сразу же вам первый вопрос, потому что много вы уже услышали, показали. Как в школу-то попасть? Что для этого нужно сделать? В первую очередь туда надо захотеть. Во-вторых, так, захотели. Мы заходим на сайт госуслуг. Так. И подаем заявку в нашу музыкальную школу. Что там очень много разделов. Инструменты всевозможные. Мы подпредставляем класс ударных инструментов, класс фортепиано. Также у нас есть струнные инструменты, гитары. Есть духовое отделение, есть народное отделение. На духовом отделении флейта, саксофон. На народном отделении тоже входит гитара, аккордеон, баян. Ну, как же без баяна-то так? А балалайка есть? Балалайки нет, есть скрипка. Скрипка есть. А, ну как раз скрипка тоже хорошо работает во всех направлениях, да? У нас же, если посмотреть, сейчас модные скрипки электронные могут быть, правильно, Серафима, да? Да. А вы у нас по классу фортепиано. Да. Ну и как? Что, кстати, лучше, вот пианино или рояль? Или все равно? Мне разницы нет, но лучше, чтобы было не электронное. Ага, ну чтобы было живое, настоящее. Да. На электронном, если надо, тоже сможете. Да. Понятно. Как вы пришли в школу? Ну, до этого я занималась фигурным катанием, гимнастикой, потом просто пришла в музыку. Я до музыкальной школы еще занималась преподавателем. Угу. Вот потом пришла, ну и все как-то закрутилось. Понравилось? Да. И больше на фигурном катании уже все? Нет, но я занималась, когда совсем маленькая была. Да. Но вы же можете кататься, например, и мысленно что-нибудь прокручивать у себя в голове? Как музыкант. У вас все время какие-то звуки должны присутствовать. Да. Хорошо. А как тяжело вообще учиться в школе, потому что все-таки, ну, есть основная школа. Как много времени она забирает? Какой график? Я сейчас в медиаклассе, и занимает очень много времени всякие различные проекты. Очень Мы много с вами уроков. Коллеги, я так понимаю. Да. Очень много уроков, много дополнительных занятий. Иногда школа может заканчиваться в 6 часов, иногда в 5. Иногда бывает и по 6 уроков. Это прям не свобода, да. Можно сказать. А тут вас уже Галина Арсеньевна ждет. Приходи, давай будем, да, не дай бог, сольфеджио. А что так сольфеджио все пугаются? Страшная штука, ну, что ли? Сложновато. Сложновато? Ну, да. Вы как-то, вот все смеются, ребята. Сложно, да? Да. Вот не дал мне Господь попробовать что такое сольфеджио. Но Галина Арсеньевна говорит, никогда не поздно, попробуйте. Николай Дмитриевич, скажите, пожалуйста, а как вообще помогает кто-то вам? Вот как вы инструменты, откуда все это? Как это вообще работает? Или, например, открыли какой-то класс, ну, баяны же должны быть, или инструмент может быть у вас какой-то, ну, как машина подменный, а, в принципе, потом родителям лучше приобрести свой. Как это делается? Ребенок же должен дома репетировать. Ну, во-первых, никакого класса ударных инструментов не было бы без поддержки нашей администрации, так как изначально и в дальнейшем тоже
Класс оснащался при помощи нашей администрации, при помощи комитета по культуре. Через комитет по культуре, конечно, заказ, вот конечно. Нам нужен такой барабан, и они потом рассматривают вопрос. Сначала был закуплен какой-то вот минимальный объем инструментов, чтобы просто вот открыть класс, начать заниматься с детьми. Так как, вот, насколько я знаю, до того, как класс открылся у нас в школе, класса в Люберцах не было вообще. То есть у нас эксклюзив. Понятно. А вы по ударным инструментам, то есть вы это из тех людей, которые, знаете, как показывают на любом концерте, там поет певец, не поет, самый что ни на есть популярный. Поет, 40 минут спел, да, Михаил, потом уходит, и барабанщик минут 15-20, извините за слово барабанщик, вот, шуршит по всем барабанам так, и публика в восторге, потому что сколько может быть одновременно барабанов, ну, на большой установке, на большом концерте? Ну, например, там эстрадный, если мы берем концерт. Бесконечное количество. Здесь действительно можно начинать со стандартной установки из 5 барабанов, 3 тарелок. Ага. И добавлять. Ну, на скольких вы могли бы сыграть? Сколько вам надо барабанов еще приобрести комитету культуры? Нас очень хорошо снабжают. За это очень большое спасибо. Я почему просто говорю, потому что это такой всегда восторг у публики. И одно дело, да, опытный уже профессионал, и другое дело, когда вот научат какого-то совсем там молодого еще ученика, школьника, который по этим барабанам будет вот это вот. Ну, это же просто фантастическая история. Это я так к восторгу веду. Теперь я знаю, что у вас есть возможность еще в школе готовить сразу по нескольким инструментам, что тоже, наверное, логично, потому что если мы видим выступления известных музыкантов, многие играют на гитаре, на рояле, да, на саксофоне, например. Некоторые с саксофоном еще себе и цену набивают на этом, да. Вот расскажите, вот два сейчас у нас в финале сегодняшнего нашего такой необычного встречи-концерта будет инструмент такой нетрадиционный, я такого и не видел. Что это такое? Пианика какая-то? Да. Как это называется? Это называется пианика. Mm-hmm. Это симбиоз клавишного и духового инструмента. Mm-hmm. Такого инструмента мало где можно увидеть. Это тоже эксклюзив. Мы очень любим баловать наших зрителей эксклюзивами. То есть вы расширяете, так сказать, рамки возможностей получения каких-то новых инструментальных эмоций. То есть ребенок может открыть себя в чем-то новом еще дополнительно. Абсолютно. У нас есть, грубо говоря, базовый набор инструментов, на которых мы обучаем детей. И по возможности мы вводим что-то новое, необычное, грубо говоря, сверхурочно. То есть все, что мы делаем в данном коллективе, это все вне сверхурочной работы. По любви это называется. По любви, да. То есть у нас есть... Но это уже, да, выяснили. Просто не забывайте, что у нас ансамблевая история. В принципе, в школе как бы есть. Это не должно быть. А вы это делаете, потому что ребятам становится легче. Вот, кстати, Серафима, ваш коллега Михаил нам рассказывал, что ему вот нравится в ансамблевом, так сказать, состоянии существовать. Но ведь ансамбль – это ответственность. Если, например, все вместе и вдруг взяла не ту ноту, это же сосед может, ну, и как-то плохо себя повести, вы подводите и так далее. Как быть-то? Или нет возможности ошибку допустить? Это большая ответственность играть в ансамбле. То есть все зависит от вас двоих. Ага. Или сколько вас в ансамбле. То есть права на ошибку нет. Права на ошибку нет. Потому что либо сосед может как-то наказать, либо Галина Арсеньевна. Да? Она, к сожалению, сейчас не может с нами говорить, потому что она сейчас готовится к следующему музыкальному номеру. Но давайте мы еще расскажем о человеке, которого мы сегодня не услышим. Это Михаил, который играет у нас на двух инструментах. Мы видели его в первой части, когда он играл на рояле. И вот он будет играть как раз на вот этой пианике, да? Да. И это, я, честно говоря, так понимаю, что этому даже и профессионала трудно научить, потому что не везде этот инструмент как бы присутствует. Да, абсолютно верно. О концертах расскажите, где вы выступаете, наверное, какие-то... Ну, во-первых, перед родителями нужно отчитаться, куда там дети ходят, что делают, правильно? И какие-то, наверное, концерты у вас есть, где-то вы принимаете участие в каких-то, ну, сборных программах, да? Безусловно. У нас регулярно проводятся концерты в нашей музыкальной школе, посвященные всевозможным датам. Праздникам, событиям. Мы участники практически всех этих концертов. Также нашим коллективом мы
участвуем в конкурсах всевозможного калибра, если можно так выразиться. Всероссийские, федеральные, это одно и то же. Федеральные конкурсы, областные, международные. Ну, от округа до федерации. И вплоть до международных, вплоть до международных. Причем лауреаты разных степеней. Ну, вот, у нас активная концертная деятельность, плюс ребят приглашают выступать на мероприятиях нашего городского округа. То есть работы с точки зрения музыкальной хватает, и это здорово. Да. Вот, Серафима, я задавал вопрос вашему коллеге Михаилу Иванову. Что вам дает вот школа искусств? Ну, тоже некую радость, когда, например, я переживаю какие-нибудь эмоции, я сразу ищу фортепиано, рояль и вообще что угодно, чтобы... И погружаетесь в музыку. Ну да, чтобы сыграть, как-то выплеснуть свои эмоции. То есть начинаю набирать темпы, прибавлять звук, нажимать разные педали, там, например. А в каком жанре-то вам больше всего нравится? Вот сейчас как бы Галина Арсеньевна не слышит нас. Что вот вам больше нравится? Джаз, классика? Наверное, джаз и какая-нибудь меланхоличная классика. Меланхоличная, меланхолик вы, да, пока еще? Чуть-чуть. Ну, понятно. Друзья, сейчас будет интересный момент. Я, предоставлю право объявления Николаю Дмитриевичу, какая у нас следующая композиция будет? Марчелло Бах, «Адажа». Ага. Вот, исполняет Попов Михаил, Фрицлер Михаил и Савченко Галина Арсеньевна. Вот сейчас все внимание в нашу такую импровизированную оркестровую яму. Я с вами прощаюсь. Напоминаю, что это была программа «Открытый диалог», потому что сейчас я должен уступить место нашим замечательным музыкантам, которые будут играть только для вас. До встречи.